центральный городской парк. Давайте посмотрим карту. Палац забав перший есть, палац забав другий, детские площадки. Давайте. Дети, за мной, пожалуйста, идите. В центральной части парка расположен вот памятник полякам-евреям и советским военнопленным, жертвам нацистского террора, заключенным и замученным в период 40-45 немецких лагерях принудительного труда, установленный в городе Лович в 2007 году. И сейчас, 2022 год, и снова есть такие же лагеря, и снова война. Кто бы мог подумать? А еще здесь в парке, смотрите, есть такой шкафчик, как объяснить, с библиотекой, да? Здесь находятся вот книги, журналы, которые люди могут приходить, читать и обмениваться литературой. Люди читают в парке и снова кладут книги на свои места. Я вам покажу, какие здесь есть книги. Так, здесь красиво поставим. В парке очень много лавочек. Детки взяли себе книги детские, идут читают, да. Сейчас поиграемся на детской площадке и вернем книги в библиотеку. Будь здоров! А вот и детская площадка в парке. Песок, тяжело коляску вести. А дальше я смотрю, есть покрытие. Детская площадка. Есть песочница, качели. Любимые лазалки. Уже так полюбившиеся детям. Так, качель-тарзанка классная. Мягкое покрытие, дети уже разулись, ходят босиком. Так, есть горка. Сейчас тут очень жарко, так что все, конечно, очень горячее. Смотрите, столы для пинг-понга стоят, качели. Вот, тоже альпинистам лазить. Подрастающим альпинистам. И дальше есть в тенечке площадка. Пойдем туда сходим, потому что здесь ну слишком жарко. Так, и здесь рядышком есть детская площадка, где есть тенечек. Это более детская зона. Детей достаточно много. Yeah.
Тут как целый детский сад. А сейчас я первая. Покажу вам еще парк. Поигрались немного на площадке, отдохнули, идем дальше. Так, тут на ведь есть парковка. Мы шли пешком, оказывается, что здесь есть парковка. Прям в парке. Нашли киоск с мороженым, лёды. Дети себе выбирают. Я хочу вот это сникерс. Так, по 8 злотых мороженое я тут. Я тоже такой. А, я хочу сникерс. Так, все выбрали себе забавки до каждой порции мороженого. Смачно тобі, мале? Це твоє. Возле каждой лавочки в парке есть урна. И везде чисто, убрано. И есть куда вот выкинуть ту же самую салфетку. Потому что урн предостаточно. Поэтому вы и не увидите под ногами мусор. Мы еще вот дошли до части парка, где есть роллидром оборудованный. Либо как его назвать специально, для того, чтобы вот ребята, можно на роликах кататься, ребята на велосипедах подъехали. Видите, есть трамплины для выполнения разных трюков. Такая площадка. Посмотрела, это место они называют скейтопарк. Есть правила скейтопарка. Также место, где можно остановить свои велосипеды, прицепить. Парковка для велосипедов. Ну, хорошее же место. А далее есть место для пикника. Лавочки, столики. Уютненько. Смотрите, что я нашла. Мангалы. Тут даже есть мангалы. То есть можно прийти в данный парк городской и пожарить себе шашлык. О боги, как мы соскучились. Как мы хотим кусочек мяса. Смотри, один мангал. Второй. Третий. Четвертый. Четыре мангала стоит. Какое классное место. Как я рада, что я нашла. И тут же стоит вот такой классный клоун. Это у нас краник с питьевой водой. Нажимаем, и есть фонтанчик. Вот это место с мангалами. Мусорка есть, все как положено. А рядом краник с питьевой водой. Нажимайте, нажимайте, будет фонтанчик. Освежились, котята? Ротики умываете от мороженого? И пойдем дальше. Это куда я? Так, хороший парк. Прогулялись, посмотрели. Там дальше вон есть лужайка, где занимаются собакой. И есть там теннисный корт. Уже не будем подходить. Мы не игроки. Пока что не игроки в теннис. Пройдемся еще по городу.
Так что смотрите мои видео, где буду показывать вам город.